Привет, друзья! Очередная посылка из рыболовного магазина fmagazin.ru. В данном заказе я заказал спиннинг от компании Pantone 21. Называется он God Pinpoint, длина 2,18, тест 1,8 до 10 грамм. Строй умеренно быстрый. В общем, купил я эту палку, она позиционируется как универсальная, ну, прежде всего для ловли голавля. Это старшая модель, то есть есть ультравайтовая, но это модель лайтовая. Купил ее для ловли голавля именно кренками, колебалками с берега. То есть вот я зимой записывал видео, где рассказывал о спиннинге Kasadak Evolution TS28, длина 198, которую я буду использовать для ловли с лодки, а этот именно для ловли с берега. Ну и прежде всего, повторяюсь, кренками. В общем, очень легкое удилище, оснастил я его катушкой Daiwa Exceller Light 1000. Такой классный, скажем так, комплект для лайтовой ловли. Ну, более 5-6 грамм кренки ставить я не буду, хотя я уже попробовал колебавочки, попробовал некоторые воблерки до 10 грамм, ставил джиголовки грамм 6-7. Ну, можно, конечно, ловить, но прежде всего это кренки. Поставляется удилище в матерчатом чехле красного цвета. Состоит из двух секций, закрывается клапаном на завязках. В общем, ничего примечательного. Обыкновенный такой дешевый чехол. Ну, удилище бюджетное, стоит чуть более 3000 рублей, поэтому ждать каких-то чудес не стоит. Ну, собственно, эта деталь для меня не важна. Удилище имеет короткую разнесенную рукоять Эва. Вот такие спиннинги, что называется, легло сразу в руку. То есть вот эта яйцевидная часть очень удобно ложится в ладонь. Большой палец сверху на гайку катушка держателя. Здесь она вверху. То есть те, которые полностью раскручиваются. Чем хороши вот такие гайки? То есть, если вдруг происходит там, ну, какие-то, скажем так, завоключения с катушкодержателем, его всегда можно снять. То есть, расклеить кольцо и снять через удилище, через бланк. Затягивается плотно. Вот 2 дня я ходил, бросал. Самопроизвольного раскручивания нет. Имеется хукипер, как и у всех остальных удилищ God. Противозахлестные кольца. Лак лежит ровно, никаких наплывов нет. Все сделано красиво. Плотное штекерное соединение. Путовер, то есть как у более дорогих удилищ. Достаточно глубокое. Соединяется плотно. Противозахлестный тюльпан, тоже малого диаметра, умеренно быстрый строй, то есть вот удилище загибается где-то 2/3, на потрях такое мягкое, пробовал бросать, сейчас покажу, как работает удилище с некоторыми кренками, как бросает. Также, друзья, заказал катушку, называется она Daiwa Fuego 2017 года, Y3000DSI. То есть, ну вот как-то последние годы я ловил, применял для твичинга Exio 2000, 3000. Хорошая тяговитая катушка, но тяжелая. Потом купил Shimano Sahara 3000. Ну и вот в этом году появилась идея купить еще что-нибудь. Катушка очень понравилась, уже выполнил несколько рыбалок. Ну, в общем-то, какие характеристики? Весит она 215 грамм, передаточное число 5.3.1, то есть это низкая передатка, количество подшипников 6+1, максимальная нагрузка на фрикцион позиционирует как 10 кг, намотка за ворот катушки 80 см. Вместимость шпули, ну, 0.28, 150 метров. Вот здесь я поставил шнур от Pantone 21, где-то вошло 160 метров. Это 1.2 пе. В общем, катушка классная, попробовал, тяговитая.
Ручка вкручивается в главную пару. Тонко настраиваемый фрикцион. В общем, будем пользоваться, будем пробовать. Заказать тоже можно по ссылкам ниже данного видео. Суёки Мача ФСР. Суёки Шеф. Пантон 21 Гагагон. Пантон 21 Гипноз. Возбудил рыбку.
Вот с попером уже не очень. Здесь нужен быстрый строй. Вот этот строй уже все. Хорошей игры не показывает. Суёки свинг. Летит отлично. Просто замечательно. Несмотря на малый вес. Смотрите, как работает вершинка. Ну и, наконец, друзья, джиг. Маленький офсетный крючок, вот такой твистер и груз 6 грамм. Заброс очень далеко, где-то 40 метров. Ну, сейчас посмотрим. Кончик отыгрывает, ну, конечно же, не так, как быстрый строй или экстрафаст. То есть так, при необходимости, небольшие джиговки можно, конечно же, погонять. Но опять же, здесь нет течения, хотя дно илистое. Ну, по кончику видно. В общем, все понравилось, буду ловить. Заказать можно по ссылкам ниже данного видео. Ну, я с вами прощаюсь. Всем ни хвоста, ни чешуи. И до встречи на воде.